Видео подготовлено online-gdz.net. Задание номер 16-13. Нужно вычислить сумму от минус 2,5 в пятой степени и 1,5 в квадрате. А минус 2,5 в квадрате нам дадут число положительное. 25 в квадрате это 625. Значит, квадратом 2,5 у нас будет 6,25. Плюс 1,5 в квадрате – это то же самое, что 15 в квадрате, и 2 знака, отделенные после запятой. Это будет 2,25. 6,25 плюс 2,25 будет 8,5. Б. Минус 2/3 в четвертой степени – отнять 2/9 в квадрате. Минус 2/3 в четвертой степени, степень положительное число будет положительным. 2 в четвертой степени – это 16. Тройка в четвертой степени 81, это 16/81, минус 2 в квадрате нам дает 4, 9 в квадрате дает 81, 16 минус 84, минус 4, это будет 12, 81, оба числа можно сократить на 2. 12,81 на 3 сокращаем, получаем здесь 4, здесь 27, будет равно 4/27. В. Минус 0,5 в кубе плюс минус 0,4 в квадрате. Минус 0,5 в кубе, ну, это число отрицательное, это будет минус 0,125. Минус 0,4 в квадрате нам даст число положительное, это будет плюс 0,4 на 0,4 будет 0,16. Это будет равно, эта разница будет равна 0,35. Только минус. И Г. Минус 1/6 в квадрате. В квадрате 1/6 нам дает положительное число. Это будет 1/36. Минус. Минус 1/3 в кубе дает число отрицательное, а минус на минус нам дает плюс. Значит, тут будет плюс 1/3 — 3, 9 это квадрат, а третья степень это 27. 1/27. Приводим к одному знаменателю. Здесь нужно, это будет у нас 108. Здесь нужно 27 нужно умножить на 3, 30, точнее на 4. А 36 на 3, 3, 4. Получим 3 плюс 4, 108 равно 7, 108. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.